Ты есть свет, и нет в тебе никакой тьмы. Ты есть свет, аллилуйя, и нет в тебе никакой тьмы. Слава тебе, Господь, слава тебе, Господь. Братья и сестры, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. И сегодня в молитве, в этот утренний час, я это провозглашаю. Я говорю это, в первую очередь, самому себе говорю. Потому что, проповедуя Евангелие, я в первую очередь проповедую это Евангелие самому себе. Проповедую Слово Божье, я в первую очередь проповедую Слово Божье самому себе. Я это понимаю все больше и больше, как верующий человек, как христианин я. Действительно, как проповедник, проповедуя Божье Слово, проповедуем самому себе. Аллилуйя.